Деякі заспокійливі перетворюють людей на овочі. А Біфрен знімає стрес і зберігає мозок активним. Біфрен. Працюй спокійно та ефективно. Меня. Спокойнее. Все хорошо. Ты молодец, что решил сказать правду, но лучше об этом поговорить утром. Она уже достала! Кто-то же должен ее успокоить! Да, спокойней, спокойней. Но лучше это сделают родители. Согласен? Что он хотел мне сказать? Это про маму? Нет, малыш, это не про маму. Матвей хотел тебе рассказать, что он не только учится, но еще и работает. Поэтому ночью он должен спать. А твоя музыка ему мешает. И не только ему, но и нам. Да, и тебе тоже. Давай я тебя... Не трогай меня! Не надо, мне жарко. Спокойной ночи. Кажется, Катя меня действительно ненавидит. Наверное, меня никогда не примет. Примет, Лили. Просто еще не время. И возраст такой непростой. Она и раньше такую устраивала. Да. Пубертат случается, сама говорила. Да и Вика постаралась, что надо. Спасибо. Себя совершенно беспомощной чувствую. Представляешь, какая ирония судьбы? Я ее столько лет ждала. Я ее искала. И вот, я вообще не могу найти с ней общий язык. Ты знаешь, Катя любит шарлотку. Пирожки, выпечку разную, сыр. Мясо под сыром просто обожаю. А кроме еды? Кроме еды. Мультфильмы. Ну, естественно, все новинки. Так, когда у нас премьера? По четвергам. Ты сама в кино давно была? Давно. Самое время сходить снова. Спасибо тебе. Тебе спасибо. Ты так мужественно все это переносишь. Пахнет. А я пирожки с капустой испекла. Ты их любишь? Люблю. И я тоже их люблю. Они мне про детство напоминают. Меня часто к бабушке отправляли. Она к моему приезду всегда пекла пирожки с капустой. И что? Ничего, просто бабушку тоже звали Лилия. Меня в честь ее назвали. Она у меня музыку преподавала. Готовить ничего не умела, только пирожки с капустой. Представляешь, даже яичницу пережаривала. Правда, что ли? Да. И даже если яйца варила, все равно то их переваривала, то не доваривала.
Бабушка вообще у нас семейная легенда. Если захочешь, я тебе потом про нее расскажу. Хорошо. А я кашу не сильно люблю. Можно я пирожками позавтраку? Ох, Катерина. Конечно, стоило бы тебя накормить кашей. Но я сейчас отвернусь, а ты за моей спиной возьмешь и съешь пирожок. А в кино любишь ходить? Шутишь? На мультики или что-нибудь про супергероев, да? Конечно. Ой, а еще если взять с собой ведро сырного попкорна... Я обожаю сырный попкорн, но мама говорит, что от него толстеют. Завтра четверг, премьерный день. Хочешь, пойдем? Хочу. Хорошо. Значит так, ты доедай, допивай, собирайся и поедем. Сегодня я тебя отвезу. Нет, ну скажи, вот эти не отпал. Ну так эти возьми, они недорого. Вот. Да? Так эти ж лучше все равно. Лен, здравствуйте. Давайте я вас подвезу. Я к малознакомому мужчину в машину не сажусь. Так мы с вами знакомы. Следователь по особо важным делам Леонид Павлов. Я как-то заходил в гости к вашему боссу. Говорят, у него проблемы на работе. Я о работе Кирилла Александровича с незнакомыми не разговариваю. Я на вашем месте не был такой категоричный. Вот. Возьмите. На всякий случай. Вдруг у вас приоритеты поменяются, и вы решите поговорить. Сомневаюсь. А зря. Это тебе. Решил немного поднять настроение. Спасибо. Советы твои очень помогли. Мы с Катей так славно поболтали с утра. Договорились завтра в кино сходить. Здорово. Я тут билет купил. На Лебединое озеро. Нет, мы пойдем все вместе, четвером. Я все продумал. Я места взял на последний ряд, поближе к выходу. Если нас с Матвеем культурой притавит, мы с ним эвакуируемся по фету. Вот, возьми это хозяйство или что там еще. Я заметил, ты все на свои покупаешь. Продукты те же. Не надо, у меня осталось кое-что после увольнения, не стоит. Нет, бери. Это не обсуждается. Ну, считай, что это плата тебе как дизайнеру. Вон как ты гостиную преобразила. И атмосфера стала такая. Очень семейная. А что, если всю квартиру так оформить? Сможешь? Смогу. Ну, ладно, я пошел тогда. Да. Кирилл Александрович, а у нас с вами все хорошо? Босса вашего взяли. По новостройкам заповедника дело открыли. Открыли. Копают под нас. Поэтому победа на тендере должна быть кристально честной. Вы там, может, как-то постарайтесь? Да мы вот подумали под старину. Гаргульи заказали у скульптора. Ну вот и отлично. Только проблема в том, что следак этот Павлов, он... На хвосте у нас сидит. Но одна маленькая птичка сообщила мне, что Павлов неравнодушен к барашкам в бумажке. Говорят, он жениться снова собрался. Ясно. Спасибо, птичке.
Слушаю. Ба, какие люди! Здравствуйте, товарищ следователь. Давно не виделись. Давненько. Чем обязан? Есть что сказать по поводу строительства в заповеднике? Ну и зачем ты так, начальник? С места и в карьеру. Я ведь просто побеседовать пришел о жизни, о том, о сём. Побеседовать — это хорошо. Мы ведь, начальник, люди честные и природу любим. Готовы высадить гектар леса, а территорию взять на содержание. Молодцы. Только вот надо бы разрешение. Надо, чтобы не мешали. Это за понимание. Сколько здесь? Это для начала, а дальше как пойдет. Хорошо. Ты кому звонишь, да? Ну, по поводу разрешения. Ну, чтобы не затягивать. Павлов беспокоит. У меня попытка дать взятку должностному лицу. Фамилию запиши — Кузнецов. Какая взятка? Ты что? Какая взятка? Начальник, ты что? Мы все свои. Тихо. Где? Спокойно, ребят. Что ж такое? Что ж за беспредел такое? Да я ж ничего никому не давал. Детский сад. Стало еще красивее. Извини, Кирилл, я очень спешу. Что ты хотел? Я хотел сказать, что мы наделали много ошибок. Давай начнем заново. Ведь у нас была такая любовь. Если хочешь, мы можем развестись. И начать заново. Я буду ухаживать за тобой, носить на руках, боготворить, а потом поженимся. Я так понимаю, теперь ты все сказал. Тебе кольцо не понравилось? Я могу поменять. Не может так быть, Кирилл, ты понимаешь? Так быть не может. Ты меня предал, ты дочке отказался помочь. А теперь ты извинился, и мы все отмотали назад? Тебя рядом не было в самые сложные минуты моей жизни. Мне не нужен такой муж. Лиля, давай поговорим. Мы ведь цивилизованные люди. Это все, Кирилл. Я не была ни в каком санатории. Он меня выгнал из дома, понимаешь? Он влюбился в Лилю, а тебе сказал, что я в санатории, хотя я там не была. Если ты хочешь, чтобы мы были вместе, нам нужно с тобой сбежать. В смысле сбежать? А папа? Катюша,
променял нас на Лилию и Матвея, понимаешь? Он нас больше не любит. Мама, это неправда, он нас любит. Послушай, если тебе с ними лучше, оставайся. Но мы с тобой больше никогда не увидимся. Нет! Мам, нет. Только не бросай меня, пожалуйста, я все сделаю, как ты скажешь. Конечно, не прошу, ты что? Значит, слушай меня внимательно. Я все подготовлю, подготовлю документы, сделаю тебе загранпаспорт и приеду за тобой, хорошо? Что самое главное, никому ничего не рассказывай, ничего. И постарайся вести себя, как обычно, чтобы папа ни о чем не догадался. Иначе он тебя спрячет, и я тебя вообще никогда не найду. Договорились? Носики-курносики. Люблю тебя. Я тебя люблю. Пока. Сука ты, Леня. Зачем вы так? Все люди ошибаются. Вот я, например, верю, что вы ошиблись. И вообще считаю, что в этой игре вы, скорее всего, жертва. Я проверил разрешение на строительство в заповеднике. Все, как вы и говорили. Выдал его Кирилл Александрович Мурховский. Выдал, потом отозвал. Поэтому я предлагаю следующее. Вы мне Мурховского, а я забуду о нашем досадном недоразумении. Сделка с ментами? Ты за кого не принимаешь? Ну, мое дело предложить. Не хотите, как хотите. Лишение свободы и исправительной работы до 2 лет с последующим лишением права занимать... Постой, постой, начальник, подожди, подожди. Какие 2 года? Подожди. Договоримся? Ну, вот отлично, я слушаю. С Мурховским мы часто сотрудничали, но никогда не шли против закона. Он сам предложил? Ну, конечно, конечно. За откат. Ну, да. Он предложил поучаствовать в тендере на снос исторического здания и постройку торгового центра. Сказал, что выиграем это дело, ну, за определенный бонус, конечно. Кузнецов, а если правду? Снос 4 исторических зданий, дальше квартал, где раньше было ведомственное жилье, там сейчас многоэтажки. Доказательства? Мурховский сам лично ничего не касался. Все дела проходили через его секретаршу, Леночку. Она вроде любовница. Катюша! Да? Катенька, скажи, пожалуйста, у нас кто-то был? Да я не знаю, я только со школы. А что? Ничего.
Кирилла Александровича нет. Здравствуйте, Лена. Леонид Павлов беспокоит. У нас идет одно расследование, и требуются ваши показания. Давайте решим, где мы с вами встретимся. Либо у нас в полиции, либо на нейтральной территории. Выбирайте. Хорошо, давайте в кафе «Олимпия» за углом. Я смогу быть минут через 30. Фотографии официальных документов на строительство и неофициальных с настоящими суммами. Номера счетов и квитанции о денежных переводах. Но мне нужна гарантия моей безопасности. И где бы полиция могла случайно найти оригиналы? Ну, например, в его доме, в его кабинете. Договорились. Почему я должна вам верить? Потому что у вас нет другого выхода. Катюш, тебе не понравилось? Давай я что-нибудь другое приготовлю. Я пойду спать. Ты плохо себя чувствуешь? Я что, не могу просто хотеть спать? Можешь. А завтра у нас все в силе? Нет. Я посмотрела этот дурацкий мультик. Я не пойду. Мам, а это что сейчас вообще было? Не знаю. С утра все было в порядке. Мы договорились в кинотеатр вместе сходить завтра. Сейчас человека как подменили. Мам, мне кажется, нужно сказать ей правду. Сколько она еще будет тебе нервы трепать? Не время еще. А когда будет время? Сколько нам еще так жить? Не знаю. У нас нет другого выхода. Матвей, мы с папой разводимся. Это из-за Кати или из этой секретарши? Нет, сынок, это из-за меня. Просто мы с папой по-разному стали смотреть на жизнь. Мам, что бы ни случилось, я с тобой. А? Снова жена выгнала? Чего выгнала? Я сам пришел. Лен, я понял, что люблю только тебя, Ленка. Тебя. Чего себе? Да. А с размером что? Великовато? Я так на глаз взял, думал, подойдет. Я завтра поменяю. А ты мне зачем врёшь? В смысле? Ты ведь прекрасно знаешь, какой у меня размер кольца. 15-й. А я вот прекрасно знаю, что твоей жены 18-й. И это колечко ты купил именно для нее. Ты меня за кого держишь? Мы что, куда-то уезжаем? Не мы, а ты. А. Ты собрала все мои вещи? Да, собрала. На, подожди. Вот еще. Это что? Надеюсь, больше тебя никогда не увижу. А ты мне дай мои ключики от дома. Привет. Ух ты.
Пахнет вкусно. Садись, ешь. Спасибо. Лиль, что-то случилось? Катя опять расстроила? Что, Кирилл? Кирилл больше не может меня расстроить. Это точно. Лиля, когда все это закончится, ты выйдешь за меня? Ты серьезно сейчас? Да. Извини, пожалуйста, то есть ты днем спишь с одной, а вечером ты намерен жениться на другой? Спасибо, не надо, у меня уже есть такой муж. Не понял. И подруге своей, пожалуйста, передай, если она намерена как-то застолбить место, вовсе не обязательно так стараться. Духи, помада – это лишнее. Я, в общем-то, не претендую. Вам нужно немедленно уехать в безопасное место. Вика вернулась. В смысле, Вика? Ты думала, я себя любовницу подачу? Я тебя очень уважаю, себя тоже. Я подумала, что... Лиля, потом поговорим, сейчас некогда думать. Вика была здесь. Она забрала вещи и украшения. Больше в квартиру никто попасть не мог. Так она жива, что ли? Живее всех живых, надо срочно уезжать. Никто не знает, что у нее в голове. Пожалуйста, собирайся, я тебя очень прошу. Хорошо. Катюш, пожалуйста, давай сейчас без этих перформансов. Вставай. Я никуда с вами не поеду! Катя, послушай, это временно. Нам надо уехать из-за моей работы. Здесь нам оставаться опасно. Ты поедешь с Лилей и Матвеем. И как только я решу все свои проблемы, вы сразу сюда вернетесь. Я не хочу никуда с ними ехать! Я хочу к маме в санаторий! Отвези меня к ней! Или нет никакого санатория? Где моя мама? Почему ты ее прячешь? Да вот твоя мама, вот! Матвей! Что, Матвей? Что, Матвей? Хватит! Вот твоя мама, другой у тебя нет. Что за бред? Это не бред. Тебе украли, когда ты была совсем маленькая. И украла это Вика, которую ты называешь мамой. Она преступница. Пап. Пап, скажи, пожалуйста, что он врет. Нет, Катя, он не врет. Это правда. Вставай, я по дороге тебе все объясню. Я не поеду с вами никуда! Так понятно. Папа, она отпусти! Папа! Матвей, собери сумку. Папа! Катя, я не знал всей правды, пока не увидел этот анализ. Я не знаю, зачем мама... Зачем Вика это сделала? Но ты должна знать, что я очень люблю тебя. И так будет всегда. Твоя настоящая мама. Она искала тебя целых 10 лет и не переставала любить тебя ни минуты. И она тебя нашла. Вы мне врете специально. Для того, чтобы я ее забыла. А я не забуду. Моя мама — это Вика. Неужели так будет всегда? Вот только все наладится, она будет возвращаться и снова отбирать у меня дочь. Лили, это вопрос времени. Прости, мне сейчас некогда разбираться с ее настроением. Я должен искать Вику, пока она еще что-нибудь не натворила. Дверь никому не открывать, на улицу не выходить. Продукты я привезу. Хорошо. Катюша. Кать, ты спишь? Моя девочка.
что раньше не позвонил? Ты же обещал. Мне нужно было увезти их из города. Что у Вики сейчас в голове, никто не знает. Ну и где она теперь может быть? Понятия не имею. Я попросил поднять записи с камер наблюдения возле моего дома. Надо отследить, на чем она приезжала. Ты отправь кого-нибудь на дачу к ним. Пускай присмотрит, мало ли что. Хорошо, я отправлю бойцов. Так, вот адрес. Леша, у меня к тебе просьба. Если вы ее задержите, дай мне с ней поговорить. Хорошо. Бабушки, мы просто здесь не были. Соседи спят, не надо никого учить. Сказал, что моя настоящая мама — это Лиля, а ты меня украла. Он сказал правду? Нет, неправда. Папа неправду сказал. Лиля не твоя мама. Я твоя мама. А Лиля психопатка. Она хочет тебя у меня украсть. Она не твоя мама. Я твоя мама, понимаешь? Я, не Лиля. Мам, мне больно! Извини, пожалуйста. Мам, это ты меня прости, пожалуйста. Я правда... Сейчас надо просто потихонечку помолчать. Нет, пожалуйста, сядь. Сядь просто тихонько, посиди, я сейчас успокоюсь. Сейчас я успокоюсь, все будет хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Все нормально. Хорошо. Прости меня, пожалуйста. Я просто очень переживаю, что папа нас найдет раньше. Что папа сейчас сюда приедет и найдет нас до того, как мы сможем улететь. Мне сейчас нужна твоя поддержка. Мне нужно, чтобы ты себя хорошо вела. Хорошо? Потерпи, пожалуйста, немножечко. Я сейчас схожу наверх, посмотрю. Бабушка у нас запасливая была, там должна быть какая-то еда. Я сейчас... Ну, следов особых не осталось. Девочка забрала с собой вещи, выбралась через окно. Видно, там уже ее ждали. Она сама ушла? С Викой? Лиля, сосредоточься. Ты что-то слышала? От чего ты проснулась? Я ничего не слышала. Я просто почувствовала беспокойство какое-то, встала и зашла к ней в комнату, ее не было уже. Матвей, ты что-нибудь слышал? Нет, я устала и заснула сразу. Так, понятно. Надо разослать ориентировки и на Катю тоже. Да. Соседка? Какая соседка? А, да. Здравствуйте. Свет в доме? Спасибо. Я, кажется, знаю, где они. Бегом. Кать! Я нашла, смотри. Макароны нашла, представляешь? Говорят, что макароны не через 20 лет нужно есть. Кать!
Катюша! Катя! Я видела! Я все видела! Мамашка туда побежала, а девочка туда. Спасибо! Катя! Мама! Мама! Девочка! Девочка! Девочка моя! Вика, остановись! Вика! Вика, да стой! Вика! А где теперь? Мама Вика? Девочка моя, я понимаю, она все это время была твоей мамой. Она тебя очень любила. По-своему, но очень сильно тебя любила и хотела тебе только добра. Я не знаю, где она сейчас находится. Но я очень надеюсь, что ей там хорошо. Ладно, я пойду. Математика ждет. А что с математикой? Да там новый препод столько задал, я же пропустил много. На дом покупатели нашлись. Ты, может, бросай репетиторство? Деньги есть. Я не хочу бросать, мне нравится. Так что с математикой? В школе я в этой дисциплине преуспевал. Могу помочь. Правда? Поможете, Леонид Сергеевич? Можно просто Леонид. Конечно, помогу. Пойдем посмотрим. А я со стола уберу, чай заварю. Мам, можно я тебе помогу? Доченька. Конечно, можно. Можно все, что ты захочешь. Теперь я хочу услышать правду. Ты где ты работаешь на самом деле? Так я же говорю, репетитором по математике в младших классах. Понятно. Поэтому у тебя одежда вечно в соусе, в кофейных пятнах. И от задач своих ты так устаешь, что в 9 часов спать ложишься, да? Ладно, стой, стой, репетитор. Это между нами, я обещаю. Рассказывай. Да я в кафе работаю. Пошел туда, когда денег не было. Сначала, конечно, тяжело было, но потом втянулся. Ребята прикольные, да и постоянные клиенты уже появились. Но только если мама узнает, убьет. Значит так, маму я беру на себя, а с учебой я тебе помогу. По рукам? Я так понимаю, день был сложный. Как насчет чаю с пирогом? Да, спасибо. Лиль, мы не закончили один разговор. Ты мне так и не ответила. Ты выйдешь за меня замуж? Все еще Кирилла любишь? Нет. Просто вот так вот сразу после гибели Вики как-то это неправильно. Лиль, мы и так очень много времени потеряли с людьми, о которых ничего не знали. Жизнь идет, а мы все чего-то ждем, сомневаемся, боимся.
Я за Матвея очень переживаю. Как он вас примет? У него такой возраст сложный. А что вам Матвей? Хороший парень. Я уверен, мы найдем общий язык. Да и Катя у нас с тобой. Я согласна, Лев. Сначала все же разведусь. Однозначно. Дом в отличном состоянии. А какое отопление? Уточним. Мы уже можем на следующей неделе перевезти наши вещи? Нет, не можете. Дом не продается. Но позвольте. Хозяйка здесь Лилия Витальевна, и она будет решать, продается дом или нет. Ну и что? А если живу и подаю в суд на решение Лилии Витальевны оставить меня без крыши над головой, а пока идет суд, дом продавать нельзя. Вот такая незадачка. Что это значит? Мужчина, вы кто вообще такой? Дорогая же, не нервничай. Брокер все решит. Это временное недоразумение, мы сейчас все выясним. Спасибо. До свидания. Ну и зачем? А ты что, хотела просто так меня высунуть на помойку и жить здесь с любовником и детьми? Ничего не получится. Ну и куда ты? Да нет у меня желания наблюдать вот эту вот клоунаду. Заберу кое-что да уеду. Ага. Чур, я сегодня играю на приставке. Здрасте. Старший всегда играет первый. Но я сегодня добрый, поэтому можем поиграть вместе. Не, ну слушай, твои машинки я зацую. Давай играть в мои игры. Драгоценные мои. Я была в доме, привезла еще одну приставку. Давайте, не ссорьтесь. Отлично. Отлично. Детей покормил. Ну что, как покупатели? Все хорошо? Ой. Дома обнаружила Кирилла. Он сначала на меня все имущество переписал, а теперь хочет оспорить, решил судиться. Понятно. Мне надо отъехать, на совещание вызвали. Это ненадолго, час-полтора, и к ужину вернусь. Как раз успею приготовить. Береги себя. Какими судьбами? Приехал развод обсудить? И что это? Моя биография? Нет. Это твое уголовное дело. Взятки, хищение государственного имущества, злоупотребление служебным положением, коррупция в особо крупных. Ну, так, еще по мелочам. Если тебе повезет с судьей, то это лет 10. А если нет, то ближайшие лет 20 мы с тобой точно не увидимся. Ай да Лилька. Любовника прислала шантажировать меня. Ну так передай ей, что напрасно. Я все равно свое имущество у нее отсужу. А доказательств у вас против меня никаких нет. Хороший адвокат. Он даже не вспотеет. Тебе самому-то не стыдно отсуживать дом у жены и детей? Ну, впрочем, это не мое дело. А что касается доказательств, у нас есть свидетель. Некая Молчанова Елена Ивановна. Ты же с ней знаком. По-моему, даже очень близко. К тому же я уверен, что при обыске твоего дома, а особенно твоего кабинета, мы найдем очень много интересных документов. Елена Ивановна, значит.
Чего ты хочешь? Отобрать дом и квартиру? Лично мне твое имущество точно не нужно. Но вот Лилии за все, что ты ей сделал, ты точно должен. Поэтому завтра же ты пойдешь к своему другу мэру, пока он еще мэр, и напишешь заявление по собственному. А ты, значит, будешь спать с моей женой и растить моих детей? Кирилл, мне бы очень не хотелось сажать в тюрьму отца Матвея и Кати. Но если ты не сделаешь так, как я сказал, я даже глазом не моргну. Уж поверь. С днем рождения, Катюша! С днем рождения тебя! Как вы знали, это мой любимый торт. Как долго я тебя искала. Мама, можно уже на мою комнату посмотреть? Конечно. Пошли.